Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть. В чем смысл токепарда? Вот этого вот, монопарда. Ну, это первый дроп, во-первых. Во-вторых, его плюшка, то есть, если играешь в жабок, допустим, ну, короче, он относительно крыски 3-2 призывает несколько стенок. Чпоник, чпоник, чпоник. 1-6, 1-5. Работаем. Выходи, 3 снайпера, все равно узнаю, ребят, все равно узнаю. Нет смысла вам скрываться. Смотрите, забрать, короче, сейчас торговку, поставить, забрать сейчас музыканта, его, наверное, поставить, продать, продать, забрать лентяя, лентяя в руке подержать, на следующем мы ставим лентяя, бам-бам-бам-бам-бам. 9 хп получает, вроде прикольно, вроде как. Хочу я так делать? Я, наверное, по СЛЛу пошел. И сыграл бы этот батлкрай, ну, либо тебя бы забрал. Был край нравится больше. Ну, пофиг на эти хп. Ну, а там тоже дабл пойдет мув. Привет, стример, я пался с тобой, играю на Вуне, ты проиграешь на эту расстановку и план игры готовься. Куда? Забаню, сразу забаню, ребят. Не посматривайте. Не посматривайте, я забаню. Так, ну разбивать четвертый дроп, его копировать. Смотри, какая добыча четверка. Кому ждать бананов? Все верно, ребят. Сейчас находим огра, находим банана слэма и играем в зверей. Почти шторма, но я думал сейчас от него либо месяц шторма, либо ящер забрать. Решил, заберу ящером. Что потом? Мамашу раскопаем. Здесь сейчас. Продал, продал. Ребят, будет мамаша? Будет мамаша, ребята. А, погнали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Что? Ну как? Что? Это что, профессионал играет? Это что, у него на следующий будет змея на Реборан? Змея на Реборн следующая. Какие герои сейчас тир-С, по твоему мнению? Все, на чем я играю тир-С, ребята. Я вообще не проигрываю эту игру. Звери 5. Да мне нет ничего полезного для него. Всего-то весь стол. Всего-то, ребят, фулл стол.
Так, думаю, короче, забрать сейчас охотника, повесить сюда небольшие бафы, потом забрать дуэт. Либо мы, короче, можем сделать что-то вроде роу-роу, попробовать найти себе, либо, не знаю, там, реборн какой-нибудь. Наверное, давайте усилимся. А, зачем второй дуэт? Второй дуэт, короче, даст нам триплет вот этого дуэта. Он существо слева скопирует, а существо слева будет другим дуэтом, и это будет триплет, оттуда, короче, раскопка. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Ой. Короче, можно было сделать пару роллов, попробовать найти себе либо... Какие мы две карты ищем? Змея на Реборн. Это раз, да? И вторая карта получается... Этот, Банана Слэм. То есть две карты ищем. Куда банан делся? Я проспал. Она в четверке есть. Она есть, мы просто... Мы просто банан такие. Не, брать не буду. Можно просто вывап, короче, посидим. Лошадка скопируется. А что мы будем копировать? Мамашу и дуэт, верно? Короче, го, вывап. Роу. Есть ящер. Ну еще роу. Теперь ищем бананы, либо реборн, либо еще мамаша, чтобы можно было в трипет бахнуть. Как ящер еще. Я продумал, если здесь прокнет что-то вроде такого мурлока, да, в магазе, то можно было бы и так поставить. Но, походу, дуэт копает дуэт, а этот дуэт дает мамашу. Стабилка копируется еще лошадка. И ты бафаешь дуэт, я... Это полиция рейтингов. Покажите в глазок свой тирес, или мы выломаем дверь. Не надо дверь выламывать. Весь рейтинг, ребят, пожертвовал. Пожертвовал рейтинг, рейтинга нет. Лошадь все равно бафается. Сюда. Потому что мы все равно пойдем играть в банана. Поэтому хочется все-таки этот... Лошадку в руке подержать. Золотой чем-то часть обычной, она сияет. Можно тебя забрать. О. Так, что мы делаем? Продал, короче, продал тебя, наверное. Его триплет сейчас бахнем. Возможно, лошадь поставим, а другая... И что, ты будешь посильнее? Или ты не будешь посильнее? Короче, его, наверное, продам. Думаю, можешь пыща вообще оставить. Или шмырлока. Надо стенку еще, да, на него. Где здесь минус? Да, пусть через два хода еще этот. Еще карта дает. Здесь Октосарим. Здесь огнепопик. Забираем, короче, Октосари. Сидим так, наверное. Пусть обе лошадки в руке будут. Или продать, поставить. Не, ладно, посидим. Посидим, пока без слэма, это все равно лошадка, ну, так. Фокус вот этого плавника, ребят, фокус плавника.
Отсюда, ребят, стенка, либо стенка, либо стенка. Стенку, пожалуйста. Ты довольно хорош. Где бананаслэмы? Где стенки? Где хоть что-то? Ребят, что делаем? Забрал просто картежницу, сим так, поставил тебя на стол. Ты, наверное, все еще копируй Актасария. А кого еще? Можно Басажабра, да, наверное, скопировать? Вот так вот. Зачем баф картежница? Там сегодня же баф. Ничего не сработает. Тем более у нас еще две карты сюда падают. Хотя ладно, может найдем сейчас сразу что-то. Типа Ривендер, это нам можно будет, наверное. Нет. Пусто. Ну все, теперь точно копируем Басажабр, это будет триплетом нашим. Хотя, ну мы хотим два коня призывать. Нужен просто, ребят, бананаслэм, ребят. Бананаслэм где-то рядом. Кто бананаслэма спрятал? Просьба отдать бананаслэмы. Вау. Йоньк. Сюрприз. Отдайте бананаслэма, пожалуйста. Отдайте бананаслэма. Пул сетап готов. Все, осталось только бананаслэмы. Ребят, пул сетап уже готов. Дело за малым. Кстати, сколько там? Призывай щупальца 4-4 навсегда. Что? Как мне тебя в руке-то скопировать? Не продавая все лошади. Так, что делаем? В принципе, это, да, не так сильно. Можно сейчас одного выкинуть. Поставить сейчас буяна сразу. Лошадь пусть копируется, хрен с ней. А потом с басажабра будем доставать одну лошадь, которая будет забафана, то есть таким образом. И змею. Змея пусть в руке сидит. То есть, ребят, продал эту штуку, поставил буян. А потом, ну, типа, ролим нужно будет стенку, да? То есть где-то тебя, может, продадим и стенку поставим. Тебе надо их призывать. Баят продать, но яд, по идее, нужен. Вот эта штука немного делает. Стенка есть. Басажабр нужен, потому что банан работает, когда вы призываете звери во время файта. То есть во время боя, когда призывается, тогда его критически удваивается. Значит, Басажабр плюс призыв именно во время файта, ну, покруче должен выглядеть. Трекер думает. Не мешайте, ребят, трекер думает. Жестко думает, ребят, трекер, пожалуйста, не мешайте. Нереально думает. Смотрит на тычки говна, короче, реально мы были намного сильнее. Сейчас такое, опа, и покажет, поражение 100. Легко для трекера.
Да еще буяна. А то буяне не буду. Буду буянить. Дэч плюс дэч, ЭПЛЗ, дэч плюс дэч, ЭПЛЗ. Осуждаю! Что делаем? Походу стенку сюда. Это сильно не нужно. Ну, вообще, наверное, ты первый идешь. Здорово, конечно, мы буян нашли, но в целом, наверное, надо было, может, лавлапнуть просто и попробовать поискать. То есть, в чем сейчас смысл того, что пыща ребят подняли? Как вы думаете? Вот пыщ Фитилькинс был 7-10, ну, типа, нормально, да? Или сколько там, 7? Короче, сейчас стало 8-16, ребят. В чем смысл того, чтобы пыща Фитилькинса сделали 8-16? Ваши предположения? Реборн или реборн есть. Вот он, реборн нашел. Как буяны. Так, сейчас. Не газ, а парь, оставлю твой трекич. Не брал 15-15, верно, да, чтобы. Чтобы когда приходил. Когда вы с пыщом приходили до чувака, который, типа, там, звери какие-то плюс-минус забафаны, то есть, ну, прям жестко, да, забафаны. И Ривендер, которому дали утро, 15-15, чтобы пыщ все равно мог в него два раза атаковать. Жабки победили. Ну и ладно. Ну и пожалуйста. Ты не разобьешься вначале. Боишься? Я могу проиграть, но, наверное, меня не выбьет. Я думаю, так, скорее всего, будет. О, футболка меняет когда-нибудь. У меня миллион, ребят, футболок. Больше всех футболок, больше, чем вас футболок. Все футболки мира, все у меня. У меня завод по футболкам. А мне нравится такое. Можете посмотреть вчерашний стрим, там не было кармашка, а тут сейчас кармашек есть. А трусы один аж. На плавник кинь еще таун. Чтобы на него накинуть таун, нужно просто что-то продавать, пока не понятно, что продавать. Мурсиан не фриз, да нет, я тоже не буду. Думаю, штука, наверное, следующая, может, реально хочет ходить. У тебя бутылка прозрачная. А, призрачная, она пропадает, она прозрачная, поэтому. Поэтому так, ребят. Так да, я как будто надо уже продавать его просто. То есть, да, он, конечно, бафет, по себе прикольно, но чего. Бам-бам. Ну, повезло, что... А, кстати, здесь капец как не повезло. Башатка. Ладно, странно. Я его выбиваю, да? Так. А так, чтобы добраться, тут очень много. Светочки направо, в этот раз светочки направо. Да, на самом деле, даже так мы справлялись. У него просто еще на крыску нифига не сработало. Немного грустного, Дока, пару гаслинг. Как грустного? Во, ребят, предлагаю эту штуку продать, поставить змею и пусть работает потихонечку. Все в реборны сделаем. 15 ходов, 15 ходов будем играть. Бластером вжух-вжух. Лазером пиу-пиу, бластером вжух-вжух. Жду всех. Не надо никого ждать. Будем змею копировать или что?
Ну там обычные копии призываются. Про демона, не, спасибо, не хочу. Ну эта штука ради чего? На него сработает? Да не, ладно. Го дальше. Го дальше, ребят, го дальше. Сидим. Сидим. Нормально. Чпонь, по идее. Реборн давай в Буяна. Ну, в следующий раз, значит. Удрыч слабее, чем удвоить. Еще два раза удвоить. Да, слабее. Но зато слот освобождается. Рандомный зверькса. Рандомный зверь упал. Ты трекер подумай, я тебя не тороплю. Подумай. Жестко думай. Трекер просто весь матч. Подписываемся на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещения. Есть.